Василь Кирыенко финишировал у десятцы индивидуальной гонки с раздельным стартом на чемпионате света по велоспорте, который проходит у Австрии. Жыхар Речицы переодолел 52 километра 100 метров с 9 часом. Переможцу австралийцу Руану Денису и он соступил больше, как 3 хвилины. Нагадаю, что Василь Кирыенко становился чемпионом света у этой дисциплине у 2015 году. Праз год белорус так само поднялся на пьедестал гонору, выигравши сребром.